Анна Румянцева в профессии уже 10 лет. После школы поступила на юридический факультет Тверского госуниверситета. Прошла практику в прокуратуре Вышневолоцкого района. Поняла, что это ее стезя, и осталась работать. Я сделала для себя вывод, что прокуратура – это именно тот орган, который обладает достаточно объемным количеством полномочий для того, чтобы защитить основные конституционные права и свободы граждан. В канун профессионального праздника Анна Румянцева, как и многие другие работники прокуратуры, со всего региона представлены высоким наградам. Медали и благодарности за безупречную службу и верность закону вручил прокурор Тверской области Вячеслав Росинский. Работу ведомства высоко оценил Андрей Шевелев. Зачастую именно с вашей работой люди связывают понятие законности и защиты своих прав. Это огромная честь и, наверное, лучшее признание ваших заслуг. Что касается правительства Тверской области, мы разделяем эту оценку, полностью разделяем эту оценку и всегда строим совместную, пытаемся выстроить совместную работу с ведомством по принципу прежде всего партнерства. Защита прав и свобод тверичан в вопросах трудового законодательства, контроль в сфере ЖКХ, защита прав детей. Эти и многие другие задачи успешно решают работники прокуратуры изо дня в день. Весной этого года мы будем отмечать юбилей законодательного собрания Тверской области. Все 20 лет наш парламент работал буквально рука об руку с областной прокуратурой. И буквально с первых же дней работ законодательного собрания началось продуктивное сотрудничество. Это сотрудничество неизменно остается на очень высоком уровне. Сотрудники, работники прокуратуры активно участвуют в разработке каждого правового акта. Без ваших экспертных заключений не принимается ни один закон в нашей области. Четко и своевременно прокуратура сегодня пользуется правом законодательной инициативы. И самая высокая оценка деятельности прокуратуры – благодарности рядовых граждан, которым сотрудники надзорного органа помогли выйти из сложной ситуации.